Муж не приносит. Вот хороший вопрос. Спасибо вам. Ну-ка микрофончик дайте, а то я много болтаю уже. Надо, чтобы кто-то еще что-то сказал. Я так ждал вашего вопроса. Здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Ольга, как здорово, что муж вам не приносит денег. Ну, у меня нет мужа. О чем мы тогда говорим? Мы живем вместе просто, без гранатов. А, вот мы о двух темах сразу говорим. Мы говорим о том, что не приносит деньги и что нет мужа, но живем вместе. Классные темы очень. Ну так получается, сейчас я расскажу вам анекдот, который вы все знаете, но он сейчас в тему. Петька приходит к Василию Ивановичу в шубе. И как бы Василий Иванович говорит, а где шубу-то взял? Он говорит, нашел, на земле валялась. Что, прям так и валялась, Петька? Ну, знаешь, мужик какой-то в ней запутался, еле распутал. То есть живем вместе, но не муж. Нет? Нет. А сколько живете вместе? Год. Год уже. И 2 года встречаемся. 2 года встречаетесь, вместе живет, но не муж. Нет. Нет. А дети родятся, которые не дети будут, да? Ну, давайте ну, двигаться дальше. Не берет меня замуж. А? Не берет замуж. Ну дети-то, когда родятся, они детьми будут или не дети? Ну, конечно, детьми. Как муж не муж, а дети-дети? Как так? Ну, я имею в виду, что официально дети, мы не муж с женой. Дети... Гражданский брак, да. Гражданский брак, супер! Мне нравится. Гражданский брак, супер! Собачку усыпили. Гражданский брак. Мы любим говорить что-то, что закрывает суть. Когда суть видеть не хотим. Нет, я-то все понимаю, что брак должен быть официально оформлен. Нет, вы не все понимаете. Поэтому я и шучу сейчас. Все понимают, кроме вас, мои шутки. Итак, моя хорошая, первое, что вы должны знать, что Бог соединяет людей вместе, и Он создает семью. Не ЗАГС создает семью. Пам-пам-парам-пам-пам. Раз. Оп. Теперь, вот только теперь, 20 лет спустя, вы объявляетесь мужем и женой. А там уже дети, уже 5 детей уже. Нет, моя хорошая. Почему вы не можете разойтись-то, а? Ведь хочется же. Очень. А что не можете? Давайте. Как вас зовут? Оля. Олечка. Ну, давайте. Ну, что такое? Почему не можете разойтись? Вот сейчас... Ну, у нас, на самом деле, очень много... Ну, немного, вернее, два таких аспекта очень значимых. У нас разница в возрасте очень большая, и мы разных вер. Какая? Насколько большая? 7 лет. Он меня младше. Ерунда какая вообще. У меня есть сотрудники, парень на 7 лет младше жены, и вообще живут супер. Ну, вы сказали, что мужчина формируется к 25 годам. То есть... Я уже созрела к тому, чтобы строить семью и детей рожать, а я не уверена, что... Сколько ему лет? 22. Ну, супер, смотрите. Когда ему будет 30, он вообще будет орел. Готов подождать? Не знаю. Ну вы что, не уходите-то от него? Надо уйти просто и не париться. Нет, мне не уйти, то есть мы живем в квартире, в моей. Я пытаюсь его выгнать. Пытается выгнать, а он не выгоняется, не да? Не уходит, больно, нет. Не выгоняется, да? Нет. Милицию надо вызвать. С милицией выгоняйте, с милицией. Ну, мне неудобно как-то выгонять. Ну, как неудобно? Шо,
тут удобно? Представьте, бандит поселился в вашей квартире. Вам неудобно выгонять? Пришли с милицией. Ух, пошел он! Ух. Пошел. И все нормально. И у вас счастливая жизнь началась новая. Представляете? Нет, не представляю. Почему? Ну, одна я останусь, потому что... Вечно одна! Ты почему? Ты мне ответь! Вечно одна! Ты почему? Где твой медведь? Про белую медведицу песню. Вспомнил. Итак, Олечка, мы с вами очень много хороших вещей сейчас узнаем. Супер, просто вы попались мне на моем жизненном пути вовремя. Итак, первое, что вы должны узнать, что уйти вы не можете, потому что вы его и не находили, этого человека. Это вас соединили. Кто соединил? Господь, который живет в вашем сердце. Понятно? Если вы от него уйдете прямо вот сейчас, либо выгоните его, то как вы думаете, сколько лет вы будете одна? Ну так, примерно, навскидку. Мне кажется, много. Мне тоже так кажется. Минимум 5,5 лет. Максимум... Вот я это понимаю прекрасно. Чувствуете, да? Да. Хорошо. Кто дал это ощущение? Откуда это знание пришло? Я вас слушаю. От меня, да? Ну, неожиданно. Нет, я на самом деле чувствую а это. А у меня откуда тогда? Ну, потому что, когда я рассталась со своим молодым человеком, я очень долго была одна, до тех пор, пока... И так же еще будет в этот раз тоже. Пока не начала раскаиваться по-настоящему. И вам Бог дал другого молодого человека. Вот этого, да. Вот этого. Да. Понятно. Вот. Ну, вот смотрите, первое, что вы должны понять, это Бог дал. Я это понимаю. И Он вас держит еще с Ним, несмотря на оскорбление этих отношений. Бог очень сильно недоволен сейчас в вашем сердце. Я чувствую, Он такой вообще недовольный, потому что Он вам вот дал еще один шанс. А вы его не хотите использовать опять. Ну, нет, почему? Я его использую, раз я до сих пор с ним. Вы уже реабилитировались? Хорошо, послушайте меня внимательно. Это ваш муж. 100%. Год люди вместе живут, уже точно муж. Точку можно поставить. В священных писаниях написано. Все. Есть разные виды браков. Есть браки освященные. Самый возвышенный брак – это брак, освященный в церкви. Если люди этого достойны, Бог так соединяет людей. А как нам быть, если мы разных вер? Да, это не проблема вообще. Вообще еще лучше можно сразу в двух местах сыграть свадьбу, в двух церквях сразу, там, разных вер. Это не проблема. Вы принимаете его веру, он вашу, венчаетесь там, ах, это свадьба пела и плясала. Это не проблема. Проблема другая. В этом случае брак защищается Богом. Если венчание правильно произошло, люди очень сосредоточенно поклялись Богу о верности там и так далее. Богом защищается брак. Если людям даже очень трудно жить, Бог все равно их держит друг с другом. Следующий вид брака – это брак, который защищен государством. Это роспись. В этом случае брак защищается родственниками и страной, если в стране институт семьи защищен. Это не наш случай. В нашем случае страна не защищает институт семьи. Вот в советском государстве, которое мы так ругаем, там институт семьи страна защищала. Людям не давали разводиться. Сейчас в стране все равно. Будем мы жить вместе или нет. Хоть она нас и расписывает. Но родственникам не все равно. Вот это вот венчание, которое происходит при родственниках, оно и родственниками и защищено потом. Они верят в эти отношения и пытаются их сохранить.
третий вид брака. Это брак, в котором у людей не хватает благочестия не быть защищенными ни родственником, ни Богом. И тогда они пытаются отношения защищать сами. И они сходятся вместе, веря, что они сами защищают эти отношения, поэтому не расписываются. Они говорят, мы и так с тобой муж и жена, зачем нам расписываться? Или они просто говорят, мы с тобой просто вместе живем. Это вообще самообман. Просто самообман. Иллюзия. Вот я, допустим, могу предположить, что у меня нет очков. Если меня будут спрашивать, а есть очки, я скажу, нет. Но все видят, что я в очках. То же самое у вас, вы вместе ходите, вас спрашивают, вы что, женаты? Вы говорите, нет. Это просто иллюзия, понимаете, самообман и все. Первое, что вы должны усвоить, что это ваш муж. Давайте сейчас немножко подышите. Ваш муж, понимаете, это ваш муж. Ну, давайте скажите, как его зовут? Ильнар. А? Ильнар. Ильнар, мой муж. Давайте скажите. Ильнар мой муж. Но я-то его считаю своим мужем. Все? Как считаю? Это мой муж. Что значит считаю? Это ваш муж, так? Да. А он как считает, это не имеет никакого значения. Это его проблема. Итак, первое, что мы поняли, что он ваш муж. Второе, что нужно понять, что вам положен человек по вашей природе, человек младше вас. Вот первый, когда был человек, он какой был? Старше? Старше. На сколько? Ну, не намного, на 3 года, ой, на 5. Ага. Ну, видите, вы с ним не смогли, да? Но он вас мучил, да? Мучил. А этот мучает? Нет. Ну, вы же хотели, чтобы не мучил. Вот вам Бог дал, чтобы не мучил. Почему Бог дает старше? Когда мужчина старше, он начинает строго женщину себя вести, пытается ей как бы ее образумить, воспитывать. Женщина, когда не выдержит это, она говорит, мне не нужно такого, все, мне надоело, не хочу этих воспитателей. Хорошо, Бог, хорошо, вот тебе младше, он не будет воспитывать. Он все ваши желания выполняет полностью? Все. Ну вот, сейчас он вам дал младше. Нормально же? И вам это лучше по вашей судьбе, вам так комфортнее жить. Так ведь? Да, наверное. Видите, первое, что вы должны понять, это то, что это ваш муж. Усвоили этот момент? Угу. А мой муж-то когда деньги начнет домой приносить? А вот это уже вторая тема, да? Вот смотрите. Это прямо вот спасибо вам большое. Это прямо по теме. Вопросы уважения в семье. Супер. Вот смотрите. Верность и неверность. Как вы думаете, от чего возникает? Вот почему мужчину не тянет на сторону? В чем причина женщины? А? Я сейчас вам одну тонкую вещь скажу. Тонкую. Вы правильно говорите. Тонкая вещь. У женщины есть внутри такая штука, переключатель, который или дает возможности мужчине пойти на сторону, или не дает такую возможность. Женщины, все слушаем внимательно. Я говорю серьезные вещи сейчас. Не услышите, потеряете много в жизни. У женщины есть переключатель. Или она дает возможность мужчине идти на сторону, или не дает. Это все зависит только от одной мысли, которая возникает в ее голове, или она не дает ей возможности возникать. Эта мысль называется «Я могла бы себе найти и получше». Или вторая мысль «Это мой человек, с которым я должна прожить всю жизнь. Другого варианта нет». Вот когда у женщины такая мысль в голове возникает, ну-ка, потерял я взгляд, махните ручкой, с кем разговариваю. Ага. Когда у женщины возникает такая мысль в голове, то мужчина не может изменять. Он также видит красивых девушек. Все красивые девушки всегда, особенно когда возникает гармония, рубят крышу любому мужчине. Так устроена природой.
Но в этом случае ему крышу срубить невозможно. Она влияние есть, но он не поддается. Почему? Потому что в его сердце есть чувство, что я должен оставаться с этой девушкой. Она его вот своим этим пониманием держит рядом с собой. Понимаете? Держит. Он, когда ее глаза видит, он трезвеет сразу. Вот эта вот пелена, заколдованная, как бы околдование чарами другой девушки, рассеивается под ее взглядом. Понятна система? По этой причине мужчина не изменяет. И в конце концов ведет в ЗАГС девушку. Только одно условие, почему он должен привести вас в ЗАГС. Если вы будете держать в своей психике это чувство, это мой единственный человек, мне другого не надо. Все. И это поведет его в ЗАГС, чувство, постепенно приведет туда. Запомнили? Это первое, что вы должны сделать. Теперь, следующий момент, который вы должны понять. Ответственность перед семьей у мужчины зависит от другого признака того, что я уже сказал сейчас. Это тоже вид верности, но называется он немножко по-другому. Он называется доверие. Доверие. Оно, доверие означает, что женщина способна открывать сердце мужу, способна говорить ему какие-то откровенные вещи в своем сердце, способна быть его человеком за мужем. Ну, то есть его человеком, не сама по себе, а его человек. Вот вы живете сами по себе. Он сам по себе, и вы сама по себе. Правильно? Правильно. Вот теперь смотрите, откуда возникает сила быть не самим по себе? От женщины или от мужчины? От женщины, наверное. Наверное? Вот поднимите руку женщины, которой всегда мужчина приносит деньги домой и никогда не гуляет. Поднимите руку. Так, кто хочет сказать? Кто? Руку оставляйте, кто хочет мне сказать? Вы хотите сказать? Нет? А кто? Что, все опустили руки сразу? Вот сзади. Вот да, вот рядом вот девушка. Вот туда микрофончик передайте. Вот рядом вот там девушка. Ну-ка, держите руку вверх. Держите. Давайте, передавайте, да. Ну скажите, скажите, какой настрой вы держите внутри, что он ответственно себя ведет и никогда не изменяет, приносит деньги и не изменяет. Что вы чувствуете внутри? Ну-ка расскажите. Ну я уверена, что это мой мужчина. Так, что, и? Что я хочу прожить с ним всю свою жизнь. Он деньги приносит все? Да. Почему? Ну как почему? Как вы так делаете? Не знаю, мне говорит все, что мое, твое. Он все, говорит что мое, все, что мое, твое, он так говорит, да? Да. А вы как смотрите на него в это время? Ну, радостно. Радуюсь. Я вам сейчас объясню, как вы смотрите. Вы просто не знаете, это у вас врожденно с прошлой жизни. Вы смотрите на него вот так. Я твоя. Все. Твоя. Полностью вся твоя. Когда женщина так на мужчину смотрит, я вся твоя. Не только в постели твоя, а вообще по жизни твоя. То у нее есть очень много прав на него. Она имеет право его воспитывать, имеет право на все его деньги, имеет право на все его взгляды. Другие женщины никакого права на него не имеют вообще. Она его покупает со всеми потрохами, этим взглядом. Вот этим чувством «я твоя». Она покупает все в нем, что есть мужского. Все. Никому ничего не остается, ни капли. Но если женщина так не думает, то такой мужчина много возможностей в жизни имеет. Если б я был султан, я б имел трех жен,
и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бег и хлопот. Ах, спаси Аллах! Не очень плохо иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. С какой стороны? Будет три тещи и трехкратное вынесение мозгов. А если жены еще будут слушать лекции Олега Геннадьевича Тарасунова и подружатся между собой, тогда вообще капец. Тогда шансов нет с ними справиться. Вообще шансов нет. Поэтому лучше, чтоб я была у него одна. Так вот девушка, с которой мы разговаривали. Мы решили все ваши вопросы. Вы поняли, что делать? Спасибо вам. Важный вопрос был. Вопрос верности и уважения в семье. Мы разбираем эту тему. А вот можно еще тогда вопрос? Вы сказали... У женщин всегда вот океан вопросов. Как река течет, каждое движение вопрос. Поэтому женщины вопрос, потом следующий. И так бесконечно. И так второй вопрос. А как развить-то в себе это ощущение «я твоя», если его нет? Силы нет. Нет. У меня нет такого ощущения. Вот такой классный вопрос, супер. Сейчас будем тренироваться. Приходите домой, чтоб я была у него одна. Улыбаетесь ему. Это ваше служение ему такое будет. Улыбаетесь, идете и обнимаете его. Я постоянно так делаю. Ну нет, вы не так делаете, а делаете так, как я сказал. Видите его, как в первый раз. Идете, обнимаете и ножки кверху. Висните на нем вот так все. Вот именно так прямо и делаем. Прям так и делаем. Да. Все. И в этот момент вы никуда больше не собираетесь. Все. Я твоя. Такое служение вы ему должны делать каждый день, постоянно. Это тренировка просто. Вы должны молитву читать внутри себя и культивировать вот это сердце во время молитвы, в своем сердце вот это чувство. И внешне на практике его тоже осуществлять. Открывать ему сердце. Когда вы встречаетесь, садитесь перед ним и говорите свои чувства, эмоции там и все прочее. Слушает, не слушает, не имеет значения. Просто говорите. Каждый день ему открывайте сердце близкому человеку. Не хочет, гад такой. Уж встал с работы, слушать не хочет. Только смотреть телевизор. Супер. Спасибо тебе. Все, я вам все сказал.